Приветствую! Сегодня у меня очень вкусная пшеничная каша мукбанг. Немножко хочу объяснить, почему я все-таки сейчас вот так кашу кушаю, прям показываю. Я же показывала, как кушаю различные вкусности. Черный хлеб, масло, сыр. Значит, должна и диетическую еду показывать. Чтобы вы иногда кушали вместе со мной полезно. В следующий раз научу вас варить обалденную кукурузную кашу. Предварительно нужно будет замочить крупу в водичке на ночь. Пусть эта каша более калорийная, но тоже, кстати, полезная пшеничная каша здесь есть. Много витаминов. Иногда можно. Очень вкусно. Рецепт. Смотрим предыдущих видео. Все, не болейте. И сейчас доем. И за кофейком немножко о чем-то расскажу.